друзья, сегодня 7 февраля, мы находимся в ночном клубе «Атмосфера», где город Симферополь празднует 100-дневку. Ну а промо-группа «Зайбот» свой 5-й день рождения. Давайте посмотрим, как наши люди отдыхают на танцполе. Резидент промо-группы The Boss, это диджей Саша. Саш, привет! Всем привет! Как у тебя сегодня настроение? Настроение отличное, праздничное. Саш, на протяжении 5 лет ты вместе с Русланом, вы организовываете такие прекрасные мероприятия. Что ты можешь сказать, что изменилось за эти 5 лет? Изменилось много, потому что каждый год клубная культура Симферополь очень сильно менялась. И промо-группа The Boss на протяжении своих 5 лет тоже всегда менялось. Менялись люди, которые отдыхали в клубе, и мы менялись. Тем самым мы всегда были в теме, на волне вместе с теми людьми, которые приходят отдыхать к нам в клубы. Не каждая идея может просуществовать 5 лет. Нести позитив, радость, как наша промо-группа. Саш, что ты можешь пожелать, в том числе и себе, и в целом промо-группе The Boss? Ну что, процветания, массу хороших людей на наших мероприятиях, улыбки и позитив. С днем рождения, Зиба! Как тебе сегодня в целом мероприятие? Ой, мероприятие просто супер. Народ веселый, диджей играет потрясающую музыку. Шоу-программа просто the best from the best. Я в восторге. Хорошая вечеринка, молодцы, много студентов, много хороших людей качают, все по полной. На самом деле все очень круто, мы все давно дружим. Веселая компания, которая выдает вот такие движухи. Весело, улыбаемся, танцуем. Лучше на 1 год, чем в том году. Ярче, чем 4 года, 5 лет уже чувствуется. Больше эмоций, больше людей, больше позитива. Круто. Здесь царит атмосфера полного улета и прекрасных ощущений, так как видим, что на танцполе люди обмениваются своими прекрасными эмоциями посредством танца. Пару слов пожелания промо-группе The Boss. Растите и процветайте, The Boss! One of the best, The Boss, the main promo group in this motherfucking city! Именно вот так отдыхает наш клуб «Атмосфера» сегодня. Поехали! Как настроение? Замечательно. Вот, как вам сегодняшнее мероприятие? Ой, вообще энергетика просто разрывает, людей очень много, все тусуются, веселятся. Пару слов пожеланий нашим организаторам, им сегодня 5 лет, день рождения. Ну, хотели бы поздравить организаторов, пожелать всего самого хорошего. Все было хорошо, спасибо, The Boss, что ты есть, мы тебя любим. Я чувакам желаю самого лучшего, дачу возле моря, и чтоб ничего за это им не было. И все самое лучшее, и идти по лестницам вверх, а не вниз.
первой группе нормально, чтобы кайфовали, лучшими были всегда. Желаю, чтобы всегда каждый привоз был реально классный. Да, Усин, как ты можешь позиционировать себя сегодня на этом мероприятии? Я сегодня себя позиционирую на этом мероприятии исключительно как диск-жокей. А что это значит диск-жокей? Это значит, что человек, который что-то умеет делать с дисками и с людьми на танцполе. Ребята, внимание, стишок! Две строчки, Руся. Руслан, the boss, желаем тебе карьерный рост! Ну что, друзья, вот мы, в принципе, дождались того момента. Рядом со мной находится основатель промо-группы The Boss, которая сегодня празднует свой 5-й день рождения. Руслан, привет! Я тебя искренне поздравляю, желаю тебе всего самого хорошего, процветания, коммерческих и творческих успехов и всего самого наилучшего. Руслан, пару вопросов тебе. Как тебе сегодняшнее празднование вашего дня рождения? Ну, в целом все отлично, люди есть, все радуются. Все хорошо, в общем. Что ты можешь сказать вот за 5 лет вашего существования? Что-то кардинально поменялось в этой клубной сфере или, может быть, нет? Ну, за эти 5 лет, в общем, очень многое поменялось. Клубная тенденция, люди, направление музыки. Как все-таки у тебя настроение сегодня? Настроение хорошее, отличное. В принципе, сегодня 5-я годовщина наша, как и первая 5 лет назад, она такая волнительная, вот, для меня лично. Вот, но в целом все хорошо, нас поддержали люди есть. У всех праздничное хорошее настроение, помимо того, что мы празднуем 5-ю годовщину нашей промо-группе. Сегодня также у нас встреча выпускников. Вот, в целом все хорошо, тому есть подтверждение. Как бы все снято, все увидят.